В региональной ассоциации ТОС прошел финал интеллектуальной игры на знание истории Ульяновской области и России. Сам проект реализуется при грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив. Финальной стадии игры предшествовали 5 отборочных туров. До финишной прямой дошли 11 лучших команд ТОСов со всей Ульяновской области. ТОСов, ну, все больше принимают участие в таких мероприятиях. Очень интересно. А когда люди узнают еще историю своего города, вот, Дни Своей России, это, вот, мне кажется, дорого стоит. Вопросы викторины рассчитаны не только на знания, но также на логику и интуицию. По воспоминаниям коллег, известный конструктор зашифровал свою фамилию в названии своего детища, которое в том числе он позаимствовал из сказок Александра Сергеевича Пушкина. Назовите это изобретение, там, эту конструкцию. Вот, собственно, известный наш самолет Руслан. Вот, все думают, почему он Руслан? Он богатырь, большой. А на самом деле Антонов немножечко похитрил, потому что Руслан – это русский лайнер Антонова. Всего командам предстояло ответить на 18 вопросов викторины. За первое место победители получили солидный приз – 50 000 рублей.